Здравствуйте, я Хилари Уокер, жена Дерека Уокера, пастора библейской церкви в Оксфорде. Я хочу рассказать вам свое свидетельство. Я родилась в Англии. Мои родители посещали церковь каждое воскресенье. Мы думали, поскольку мы родились в христианской стране и регулярно посещаем церковь, что мы попадем на небо. На самом деле это было не так, но мы думали, что у нас все в порядке. Затем я уехала в Лондон, чтобы работать секретарем в больнице. Там у меня появилась хорошая подруга. Мы начали изучать различные религии, а я с интересом ходила с ней на различные служения. Мы посещали сеансы спиритизма и стали последователями Нью-Эйдж. Мы верили в разные вещи. Например, что мы. Реинкарнируем снова, снова и снова. Если эта жизнь не сложится, то будет еще одна. А еще мы верили, что Иисус Христос был не Сыном Божьим, а человеком. Очень хорошим человеком. Но после наших многочисленных жизней мы сможем перейти на такой высокий уровень, что сможем совершать все то, что совершал Он. Как вы знаете, это, конечно же, неправда. Но я в это верила. Я отложила Библию в сторону и обложилась другими книгами. Также мы часто посещали собрания спиритистов, потому что у моей подруги умерли родители. И для нее было большим утешением, когда кто-то говорил ей, что мама что-то ей передает. Все это казалось замечательным. Однажды она взяла меня на так называемый форум истины, несмотря на то, что истины в моей жизни совсем не было. Как-то мы с родителями отправились в гости к моей тетушке. Я была абсолютно здорова, а на следующий день у меня была невыносимая боль, похожая на зубную боль казалось, что во всех моих суставах иглы. И началось это в плечах. Они были полностью заблокированы, а потом стало еще хуже. Боль распространилась во все суставы. Мне было больно целый день и всю ночь. Я почти не спала. Единственное более утоляющее, которое у меня было, это был комет. Их можно принимать только один раз в четыре часа. Я помню, как следила за часами, чтобы принять следующую порцию лекарства. Доктор уже устал посещать меня, потому что все противовоспалительные, которые он мне прописал, имели ужасные побочные эффекты. Я дошла до такого момента, когда выстроила в ряд все мои лекарства и подумала, если я приму все это, то положу конец этой ужасной боли. Мне казалось, что я уже никогда не выздоровею. Мои руки были такими слабыми, что я не могла поднять даже чашку чая. Родителям приходилось резать мне пищу. Ела я так. Я накалывала еду на вилку. А потом наклонялась к вилке. Я не хотела никого видеть, мне было очень стыдно. И все это случилось не за годы, а за несколько месяцев. У меня была сильная депрессия, а также мне приснился ужаснейший сон. Он был настолько реалистичным, что даже сложно назвать его сном. Мне снилось, что я падаю вниз по тоннелю. Он был скользким и очень темным. Я ничего не видела. Я кричала и звала на помощь, но опускалась все ниже и ниже. Мне казалось, что эта яма была бездонной. Библия говорит о бездонной яме, но я никогда о ней не слышала. Но вдруг я приземлилась в своей кровати. Я даже подпрыгнула. На мой крик в комнату прибежали родители. Они сказали, что это был всего лишь кошмар. Но я не могла его забыть. Он был настолько реален, что я даже сейчас его чувствую. Думаю, это было предупреждение от Господа. Но я была так больна, что вернулась к своей несчастной жизни. Я снова пошла к доктору. Он так устал от меня. В это сложно поверить, но он бросил меня, в конце концов. Он вдруг собрался и ушел домой, оставив меня одну, вернее с моей мамой в его приемной. Нам показалось, что стало очень тихо, и все вдруг разошлись. Итак, мы пошли к секретарю. Хорошо, что она не закрыла кабинет. Она сказала, что доктор ушел домой еще час назад. Я была просто в отчаянии. Я сказала, давайте попробуем магазин здоровой пищи. Но мы так и не дошли до него. Я столкнулась с женщиной по имени Дженни Прайс. Это была божественная встреча в моей жизни, хотя тогда я этого не понимала. Я работала в больнице в Оксфорде, она была администратором. Она спросила, «Как твои дела? Где ты сейчас работаешь?» Я вынуждена была держать руки в карманах пальто, потому что не могла выдержать вес плеч. Я рассказала ей свою грустную историю, а она сказала, «В город приезжает евангелист-целитель и будет проводить большие собрания. Ты должна пойти туда». У меня был спондилез, и Бог исцелил меня. Сейчас я полностью исцелена. Она сказала, Бог может исцелить и тебя. Я ответила, да, коровы могут летать. Но она пообещала прийти и взять меня на собрание. Из-за своей боли я совсем забыла об этом. В первый вечер она пришла, а мой папа отправил ее домой. На следующий день случилось то же самое. Я сказала ему, уведи эту безумную женщину отсюда. Я принимаю столько обезболивающих. Это было такое странное чувство, будто бы я совсем не управляю своим телом. И издалека я услышала голос той женщины и сказала, «Уберите эту безумную отсюда». И он так и сделал. Затем она пришла в третий раз. Я же не знала, что все молились за меня. Дженни подошла к двери. Она была значительно выше и больше, чем моя маленькая мама. Поэтому она прорвалась мимо нее и вошла в гостиную, где я лежала на диване. Она взглянула на меня, показала пальцем и сказала, «Ты идешь со мной». Поразительно, но я пошла за ней как ягненок. Я была послушной, и сделала все, что она мне говорила. Она привела нас в городской зал. Мне нужно было два человека, чтобы подняться по ступенькам. Дженни забыла, что там был лифт. Мы очень долго поднимались по ступенькам. С одной стороны моя мама, с другой Дженни. Затем мы сели. Я была снобом. На клавишах была наклейка с надписью «Иисус любит вас». Напоминаю, что я занималась оккультизмом. Всего один взгляд на эту надпись так сильно разозлил меня. Я была в бешенстве. Я даже захотела уйти. К счастью, у прохода сидела Дженни. Я была слишком слаба. Я попыталась уйти, но она усадила меня на место. Я подумала, что я попала. А затем там стали петь песни, которые из-за моего невежества показались мне слишком сопливыми. Я рассказываю вам все это, чтобы показать, насколько велик наш Господь Иисус. Служитель начал проповедовать, и, насколько я поняла, в тот вечер был первый раз, когда Он проповедовал против спиритизма. Он сказал, что это зло. Я была так обижена. Это же мои друзья. Как вы смеете такое говорить? Вы ничего об этом не знаете. А еще он говорил о книге Жизни Агнца. Я много лет ходила в церковь, но никогда об этом не слышала. И вдруг я услышала голос в своей голове. Такого не было ни до, ни после. Этот голос сказал, это полнейшая ерунда. Не слушай его. Я перестала его слушать, я отключилась. Я не помню ничего из того, что он говорил. А потом он пригласил людей выйти вперед и принять Иисуса как своего Господа и Спасителя. Я подумала, я не пойду. Не пойду. Но голос в моем сердце, которого я никогда раньше не слышала, но который стал частью моей жизни после рождения свыше, он сказал, если ты не пойдешь сейчас, ты умрешь. И я пошла вперед как можно быстрее. Я произнесла молитву и попросила Бога простить мне мои грехи. Нас там было много, мы приняли Иисуса в наши сердца. Но даже тогда я думала, надеюсь, тут нет никого из моих знакомых. И я в изумлении. Когда была молитва за исцеление, если бы я была Господом Иисусом, то я бы сказала, у тебя ужасные отношения. Если ты придешь через несколько месяцев, то тогда я исцелю тебя. Но наш Господь Иисус Христос не такой. Я встала в очередь, передо мной стояла женщина, он возложил на нее руки, она упала назад, я подумала, я не собираюсь падать. Когда я оказалась перед Фредом, у него были пронзительные голубые глаза, полные любви. И знаете, такого я не видела ни у одного доктора. Это было удивительно. Он сказал, Бог спас вашу душу, а сейчас Он исцелит ваше тело. Я подумала, было бы неплохо. Он возложил на меня руки и сперва приказал духу артрита уйти. Я почувствовала невыносимую боль, в тысячу раз хуже, чем раньше. Он продолжал держать на мне свою руку. Потом я почувствовала, как тут что-то открылось, и внутрь меня полилась какая-то сила. Это не было больно или страшно. Она была теплая и приятная, она буквально текла вниз — и я это чувствовала. Она потекла по всему телу до самых стоп, и я упала назад. Меня даже не волновало, поймает ли меня кто-то. Когда я упала, то почувствовала, как эта сила все еще действует в моем теле. Мое тело вибрировало, а сердце сильно билось, но это не было страшно. Спустя какое-то время Фред помог мне подняться. Он сказал, а теперь во имя Господа Иисуса Христа подними руки. Я подумала, наверное, он не знает, что я не могу этого сделать, но лучше сделаю то, о чем он меня просит. И когда я начала это делать, то мои руки были как перышки. До этого я не могла двигаться. А теперь я могла двигать всеми суставами. До этого я была скована вот так много недель подряд. Я была полностью исцелена. От макушки головы до подошвы ног я стала другой. На следующее утро обычно я всегда смотрела гороскоп, чтобы узнать, какой будет моя жизнь в тот день, когда я открыла страницу с гороскопом, я испытала такое отвращение, я была в шоке. Это было так, фу, я не могу на это смотреть. Я порвала ее на части за 24 часа до этого, я жила этим. Внутри я стала абсолютно другой. И я так благодарна Господу за ту встречу с Дженни Прайс, благодаря которой я оказалась в Сити Холле. Приняла Иисуса своим Господом и Спасителем. Дженни была таким хорошим другом. Она не оставляла меня. Она поддерживала меня, отвела меня в церковь познакомила со всеми ее друзьями. Она познакомила меня с милыми женщинами, с которыми мы собирались для изучения Библии и молитвы. Это было так интересно. Я думала, что все будут очень занудными, но оказалось все очень интересно. Если бы не та милая женщина, которая не приняла отказа, то я, скорее всего, была бы уже мертва. Я знаю это. И я отправилась бы прямо в Ад. В этом я полностью уверена. А теперь я знаю, поскольку я приняла Иисуса своим Господом и попросила Его простить мне мои грехи, теперь я точно знаю, когда я покину это тело, то отправлюсь к Нему на небо. Не потому, что я такая хорошая, а потому, что Он заплатил за меня. Я не заслуживала спасения. Я была ужасна, это правда. Но при этом Он все равно любил меня. Я отвергала его и вела людей по неверному пути, но при этом он прощал и любил меня. Он любит и вас. Он любит вас очень сильно и хочет быть ближе к вам. Он не судит и не осуждает. Он лишь хочет помочь вам и спасти вас. Он спас меня, и я знаю, что он хочет спасти вас. Писание говорит нам, что Иисус — это Сын Божий. Наш Господь Иисус сам сказал о себе, что никто не может прийти к Отцу, кроме как через Сына. А еще Он сказал, что Он — воскресение и жизнь. В Писании, в послании к римлянам в 3 главе 23 стихе сказано, «Все согрешили и лишены славы Божьей. Когда я прочла это после собрания исцеления, то поняла, что это истинная правда. А до этого я думала, вы серьезно? Я хороший человек. Я не грешница? Но после того собрания я осознала, что была грешницей. Библия говорит, что плата за грех — смерть. То есть я была на пути к смерти. Я серьезно задумывалась над тем, чтобы покончить с собой. Если бы я пошла на это, и у меня все получилось, то я отправилась бы в Ад на всю вечность. Я точно знаю, что это правда. А еще в Библии сказано, «Всякий, кто призовет имя Господа, спасется». Я призвала его имя с не очень хорошим отношением, но его милость и благодать просто неимоверны. Он принял меня и полюбил. И он любил меня во время взлетов и падений. Он подарил мне прекрасную жизнь. У меня никогда не было такой жизни, как сейчас. Как я уже говорила, я точно знаю, что должна была умереть молодой. Да, если учитывать тот путь, который я выбрала, Должно было случиться так. В книге Откровения Иисус говорит «Все, стою у дверей и стучу в двери вашего сердца». Если кто услышит голос мой, в тот вечер я услышала его голос и отворит дверь, я открыла ему двери моего сердца, войду к нему и буду вечерить с ним или с ней, и он со мною. Вот что значит общение, тесное и близкое общение. Иисус желает близости с вами. Он желает исцелить вас. Он желает спасти вас. Его любовь всепоглощающая. Он стучится и ждет, когда вы откроете Ему свое сердце. Он заплатил огромную цену на кресте. Вернее, его мучения начались еще на суде. Он был на незаконном суде. Если вам кажется, что вам тяжело, то наш Господь Иисус прошел через ужасные мучения. Он был полностью невиновен. Они не могли вменить ему ни одно из неправедных обвинений. Но при этом признали его виновным. Что меня особенно удивило, когда они признали его виновным, эти религиозные люди повставали со своих мест и начали бить его по голове. Они рвали ему бороду, плевали на него. В то время рвать на человеке бороду было серьезным оскорблением. И даже сегодня, если кто-то плюнет вам в лицо, это означает, что вы как грязь для него, а вы не человек. Но именно так они поступили с Господом Иисусом Христом. Затем они привели его к Пилату. Пилат не нашел в нем никакой вины. И, кстати, его суд проходил ночью, а это совершенно незаконно. Это было незаконно по их собственному закону. И так они отвели его к Пилату, но сами не заходили, потому что не хотели оскверняться, так как приближался Шаббат. Оскверниться? Они же привели невинного человека на суд о распятии. И так его привели к Пилату, но Пилат не нашел в нем никакой вины. Пилат был в большом удивлении от Иисуса. Он не отвечал ни на один вопрос Пилата. И Пилат сказал, «Разве ты не понимаешь, что в моей власти отдать тебя на смерть?» И Иисус ответил, «Ты бы не имел этой власти, если бы она не была дана тебе». А после этого так называемого допроса Пилат сказал, «У меня есть традиция. На празднике я отпускаю одного из заключенных». Кого вы выбираете? Вараву, который был известным преступником и убийцей, или Иисуса? Но все закричали «Иисуса!» «Распни его! Распни!» Меня удивило то, что хотя он знал, что он полностью невиновен, кстати, не думаю, что бичевание было перед каждым распятием. Иисуса выпороли самой ужасной плетью, которая буквально вырывала из его спины кусочки плоти. То есть он был полностью покрыт ранами, кровью с головы до ног. А вы знали, что именно кровь Иисуса заплатила за мое спасение и за спасение каждого человека на этой земле? Я хочу зачитать вам несколько мест Писания о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Если вы верите в Его имя, то Писание говорит, что вы имеете право стать детьми Бога. И все это благодаря жертве нашего Господа Иисуса Христа. Иисус сказал, «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иисус очень сильно любит вас, и Он хочет близости с вами. Но для этого ему нужно ваше разрешение. Ему нужно, чтобы вы пригласили его в свое сердце. Иисус сказал все, «Стою у дверей и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и Он со мной. Вы хотели бы принять дар вечной жизни, приняв Иисуса своим Господом и Спасителем. Если вы этого хотите, то давайте помолимся вместе. Дорогой Отец Небесный, я верю в Тебя, и я верю, что Иисус Сын Божий. Иисус, спасибо за то, что Ты умер за мои грехи, чтобы я мог иметь прощение и получить вечную жизнь. Я верю, что ты воскрес из мертвых, и сейчас ты живой. Пожалуйста, войди в мое сердце. Иисус, я принимаю тебя как своего Спасителя. Спасибо за прощение всех моих грехов. Я принимаю твой дар вечной жизни. Господь Иисус, я отдаю тебе мое сердце и исповедую, что ты мой Господь и мой Спаситель. Спасибо за спасение. Аминь. Когда Иисус входит в наше сердце, Он становится нашим Спасителем. Он прощает все наши грехи, стирает все записи о наших грехах и дает нам новую жизнь, вечную жизнь. Он делает нас Его детьми. Слава Богу. Но еще Он входит как наш Господь, потому что Он Бог. Поэтому вам нужно подчинить ему свое сердце и принять его как Господом. Вера ⁇ это повиновение и доверие. Мы не только доверяемся ему как спасителю, но и подчиняемся как Господу. Вы не можете спасти себя сами, но вам нужно отдать ему свое сердце. Вы не можете спасти себя никакими делами. Но вы должны отдать ему свое сердце и быть готовыми сказать ему, что Иисус, ваш Господь, Библия говорит, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, а также всякий, призывающий имя Господа, спасется. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл.